Посадка закончена. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив 7-го автобусного парка государственного унитарного предприятия «Мосгортранс». Автобус следует по маршруту номер 677. До конечной остановки – платформа Леонозова. На нашем маршруте работает автоматизированная система АСКП. При входе в автобус не задерживайтесь на передней площадке. Проходите через турникет в середину салона. Не создавайте неудобств. Для выхода необходимо подать сигнал водителю кнопкой звонка. Следующая остановка – кинотеатр «Комсомолец». Кинотеатр «Комсомолец». Следующая остановка – Нижние Лихоборы. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание несчастных случаев вы обязаны держаться за поручни. Продажа проездных билетов водителям производится только на остановках в целях вашей собственной безопасности. Не отвлекайте водителя во время движения автобуса. Нижние Лихоборы. Следующая остановка – 7-й автобусный парк.
7-й автобусный парк. Следующая остановка – Дубнинская улица. При выходе из салона автобуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщите водителю. Дубнинская улица. Следующая остановка – Дубнинская улица, дом 2. Дубнинская улица, дом 2. Следующая остановка – Дубнинская улица, дом 8. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне автобуса ведется видеонаблюдение. Дубнинская улица, дом 8. Следующая остановка – АТС. Мне страшно.
АТС. Следующая остановка – школа номер 272. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, инвалидам и людям старшего возраста. Во избежание травм во время движения держитесь за поручни. В салоне автобуса поддерживайте чистоту и порядок. Школа номер 272. Следующая остановка – Дубнинская улица, дом 20. Водила, ты там еще не задохнулся? Ну у тебя там не так жарко, как тут, наверное. Давай, вырубай коней. Дубнинская улица, дом 20. Следующая остановка – Универсам. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны при переходе улицы. Соблюдайте правила дорожного движения. Переходите улицу на зеленый сигнал светофора. Трамвай обходите спереди, в зоне видимости водителя. Троллейбус и автобус сзади. Универсам. Следующая остановка – баскетбольная школа.
баскетбольная школа. Следующая остановка – Дом культуры «Юность». Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во время работы кондиционера для поддержания комфортных условий в салоне автобуса все форточки и люки должны быть закрыты. Дом культуры «Юность». Следующая остановка – микрорайон «Дубки». Микрорайон «Дубки». Следующая остановка – Институт стали. Уважаемые пассажиры, о выходе необходимо заранее предупредить водителя. Высадка и посадка пассажиров производится только на остановках. Институт стали. Следующая остановка – керамический проезд. Керамический проезд. Следующая остановка – торговый комплекс. Седьмой автобусный парк приглашает водителей для работы на линейных автобусах и учеников-водителей в возрасте от 21 года. Седьмой автобусный парк расположен недалеко от станции метро Петровско-Разумовская по адресу Верхняя Лихоборская улица, дом 4. Телефон отдела кадров 8-495-770-33-70.
торговый комплекс. Следующая остановка – платформа Леонозова, конечная. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без присмотра. Автобус прибыл на конечную остановку, платформа Леонозова,